Исполком Горсовета по разным причинам аннулировал разрешение на размещение внешней рекламы 21 субъекта хозяйственной деятельности. Это преимущественно вывески. У депутатов от оппозиции возник вопрос, почему работа с большими билбордами проходит так неэффективно. Ведь даже конструкции, которые выявляют избранники, подают запросы, демонтируются долго, если вообще демонтируются. Ответ прост, даже в этой сфере все упирается в финансы. Для того, чтобы не израсходовать все демонтажные средства, всего лишь 800 тысяч в год, в первый же месяц, как предлагаете сделать вы, мы вынуждены договариваться с субъектами хозяйствования о том, чтобы они самостоятельно проводили демонтажные процедуры. Как пример, французский бульвар. В этом году 4 рекламные конструкции были демонтированы, однако еще 2 незаконных носителя продолжают там находиться. Проблема в том, что они расположены на территории киностудии, то есть не на городской земле. Заключить договор и платить в муниципальную казну бизнесмены не могут, а демонтировать конструкции добровольно не хотят. Зайти и снять их силовым путем тоже плохой вариант. Коммунальщики рискуют получить судебные иски от предпринимателей. А договориться пока не получается. Вот и выходит замкнутый круг, который никто в нынешней мэрии разорвать не может. Ну, или не хочет. Председательствующий на исполкоме первый вице-мэр Кучук поручил запротоколировать необходимость улучшения борьбы с незаконной рекламой. На этом и разошлись.